знаете, это упражнение, мы его делали там. Одно колено центр заворачиваем к полу, прижимаем, и другое. В одну сторону, и в другую. Корпус хорошо очень размялся, супер. Мне понравилось. А, и сюда. Беремся за стопу, внутренний хват, выпрямляем ногу. Стараемся выпрямить ногу в сторону. Обратите внимание, что седалищные косточки на ногу. Сажаем на пол. В сторону. Ребят, если не получается этим хватом, то можно, в принципе, взяться за стопу вот таким образом. То есть так, как вам будет удобно. Проблемы с балансом, да, поэтому можно рукой за пол держаться, либо рядом у вас тоже опора, отводим ногу в сторону, макушкой вытягиваемся наверх и не округляем спину, удержание, с противовеса вставляем руку, рука не просто висит, а всегда тянитесь рукой, это помогает удержать баланс. Хорошо. То же самое с другой ногой. Сначала мы просто раскрываем ее в сторону. Спина ровная. Выпрямляем и изгибаем колено. Помните, да, спинку не округляем. Спина ровная. Плечи выше.